Девочки, привет! Мальчики, привет! Доченька, привет! Сегодня мы с мужем были на базаре, и я купила вот такие два антрикота. Вот за этот антрикот, ну я за каждый отдала вот примерно по 290 рублей. Тут килограмм, ну чуть больше килограмма, килограмм 100, килограмм 50, килограмм 100, по-моему. Я его сегодня буду опять запекать в духовке, вот в этой кастрюльке, в своей старенькой любимой кастрюльке. Что я для этого буду использовать? Так же, как и курицу, я буду использовать только чеснок и свои любименькие специи и соль. Я еще хотела с вами поделиться тем, что я себе сегодня купила вот такую вот мельницу для чеснока. Это мне она понравилась, думаю, ну-ка дай-ка я попробую. Цена у нее недорогая, что-то 59 рублей. А еще я себе сегодня купила заменитель мужа, представляете, так и называется. И как увидела, думаю, ну-ка, мне нужно обязательно заменитель мужа. Вот. Это банки открывать, тоже что-то недорого стоит, в пределах что-то 70 с копейкой, 70 с чем-то рублей, не помню точно. Так, сейчас, ладно. Хорошо, сказки сказываются. Не надо ее надевать, мне кажется. Как это не надо? Мне кажется, очень не надо. А как? Ну, просто ложить. Класть рядом, что ли, ты думаешь? Думаю, да. Я думаю, что надо их надеть. Давай все-таки попробуем надеть. И что дальше? Ну, как ты их сейчас опустишь, когда надеть они? То есть, я должна их положить, что ли? Надо сначала было инструкцию посмотреть. Ну, тут без инструкции я тут. О! Ну что, одевать? Я думала. Чтобы тебя одеть куда-нибудь, на что-нибудь. Ладно, хорош. Я же Крути. Ой. Два-три оборота надо сделать, а не туда-сюда. Что-то мне очень сложно. Надо по одному зубчику. А ты еще надеть хотела. Да не одну. Не один, вернее. Хватит уже. Зубчик. Ой, как приятно. Туда-сюда, обратно. Хорош. Тебе вот видите, приятно. Как размельчился. Ой, как ну, это классно. У меня спрашивают инструкции. Я, кстати, помыла этот антрикот несколько раз. Так, кладем дальше. Так, сейчас ты как-то их будешь там чистить. Отвертку принесешь. Чеснок лучше нарезать. Не говори. Вот поэтому мне и не нравилось всегда. Вот эти вот все приспособы. Что их потом надо выковыривать и мыть. Так как я ленивая. А что ты обязательно над мясом? Можно над дощечкой твоей. Six Price, кстати. Это не Six Price. Нет? Это дорогая дощечка. А, ну понятно. Извиняюсь, обидел дощечку твою. Ой, нет, по три мне слишком много. Три это невыносимо много, да? Да, и вообще хочу сказать, о, видишь как? Подержи маленько, чтобы видно было. Во, теперь видно. Я, кстати, перед тем, как использовать, я помыла и протерла. Обалдеть. Вот отвертка кухонная. Пожалуйста, супер мельница для чеснока. Мне понравилось. Мадринчина? Ну, у меня это... Нет, это, по-моему, российский. У меня, честно сказать... Сборка российская. Собираю две чашки друг друга. Юрик, ты меня отвлекаешь. Я потеряла мысль. Это вот, видишь, вот эти вот типа ножички, вот они. Вот, они должны разрезать. А, вот почему. У меня чеснок-то домашний, он плотный, наверное, поэтому. Не китайский, крепкий, да? Да, он у меня, короче, крепкий. Я засыпаю смесью перцев сначала. Сегодня хотела паприку купить сладкую, но нигде не нашла. Надо специально в специи идти. И черный перчик посыплю. Так. И свою любимую соль. Соль с йодом. Как я люблю. Вода с солью, да? Так, теперь я это все натираю хорошенько. Как антрикот называется? Да. А вообще я антрикоты не люблю покупать. Я люблю покупать грудинку пожирнее.
теперь поэтому тебе нельзя бананы в тесте. Слишком жирное блюдо для меня. Так, все, потерла. Потерла. Очень приятно тереть. Вот так, девочки, я все кладу. Мне тут муж пришел, говорит, я видео выставил про курицу. И там тебе написали, говорит, ты, может, туда водички наливала? Я и сама комментарий не видела. Нет, я не наливаю водички. Сюда тоже не наливаю. В собственном соку, да, все? Да. И сейчас вот это вот я поставлю в разогретую духовку на 180 градусов. У меня духовка разогрета. И я буду где-то, ну, час 50, час 40. А духовка тоже... с грилем, да? Или как? С конвектором. С конвектором, да. Ой, у меня руки жирные. Ну, так вот. Нужно закрыть крышечкой. Ну иди, ополосни руки. Крышечку. Красиво будет. Да, крышечку я открывать не буду. Так и будет запекаться. Чего? Я просто полотенце, что на тебе? Ну, у меня пока не горячая. Так. Ставлю в духовку. Так. И ждем. Девочки, прошло час 50. Я сейчас достаю, я выключила, правда, хотела свет включить. Так вот, сейчас я возьму нож и покажу вам, как все это отстает от кости. Смотрите, вот. И смотрите, я ни капли водички не наливала. Смотрите, сколько натопилось тут воды, жидкости с этого мяса. И вот я протыкаю ножом, все протыкается отлично просто. Я хочу сказать, что это блюдо, насколько я постаралась сделать, максимально нежирным. Почему? Ну, чтобы сейчас правильнее питаться, я к этому блюду сготовила на гарнир гречку. Ну и также у нас будут овощи, те, которые я приготовила диетические в духовке, и свежие овощи. Мы будем кушать это мясо, ну и покажем вам, как мы будем его есть. Конечно, запах от чеснока обалденный. В следующий раз я по-другому приготовлю. Тоже мне очень нравится. Но сейчас мы будем именно такое кушать. Вот, пожалуйста, мясо остыло. Мы приехали. Аппетит нагуливали. И вот смотрите, как оно режется. Видите, какое оно мягенькое. Вот, пожалуйста. Вот. Божественный вкус. Сейчас попробую. Нереально вкусно. Косточка встает. Очень вкусно. Вот, пожалуйста, правильное питание у нас. Ну да. Гречка. Хотел бы я так питаться правильно. Без ничего. Всю жизнь. Помидорчики. Эти овощи. Без, тоже без соли. Лук и мясо. Всем пока. Готовьте мясо. Наслаждайтесь его незабываемым вкусом. И до новых встреч. Пока-пока.